Я с огромной радостью поздравляю всех бухгалтеров нашей огромной страны. Слово «бухгалтер» в переводе с немецкого языка означает «держатель книг». Так вот, мои дорогие, в ваших руках самые главные, самые-самые главные книги. Книги денежные. У вас очень ответственная и очень серьезная, очень тяжелая работа. Пусть же у вас все будет хорошо.